Вот рядом могила Бекетова, Алчевской, доктор Сурукчи на втором плане, Дмитрий Миллер. Правнучка профессора и ректора Императорского Харьковского университета Дмитрия Багалея рассказывает о мемориальном участке 13-го кладбища. Некоторое время назад с могилы знаменитого историка исчез памятник-бюст. На место выезжала полиция. За данным фактом, слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України. На друга над могилою. Правозащитники считают, что дело нужно переквалифицировать. Могила знаменитого харьковчанина – памятник архитектуры местного значения. Нужно совсем квалифицировать иначе. Это пошкодження та руйнація пам'ятки культурної спадщини. По мнению общественников, происшествие квалифицировали именно так, потому что сотрудники кладбища не знали о статусе могилы. Под охрану государства да. Один лысь Курбас. Должны быть разработаны, утверждены и, соответственно, введены в действие правила взаимодействия между структурами, которые непосредственно работают с этими объектами, ну, например, ремонт или охрана памятников на кладбище, и органами охраны культурного наследия. Бюст Дмитрия Багалея выполнен из бронзы, поэтому, допускают общественники, его могли сдать в пункт приема металла ради наживы. Нужно делать рейды и мониторить, как работают все эти пункты приема. И все, они должны быть закрыты, потому что иначе, я думаю, что только даже если будет охрана, через сколько она будет введена, и все, может на этом кладбище вообще уже ничего не остаться. Я когда 28-го разговаривала, мне тут ваш дежурный сказал, что это уже не первое хищение бюста за последние вот полтора месяца где-то. Месяц, все цветные полтора. Металлы на кладбище уже украли. Ой, у Леся Курбаса тоже сняли. В 2004 году памятник уже пытались разрушить. По словам Ольги Багалей, его оторвали от постамента, но быстро разобрались, что бюст не литой, а полы, заполнены цементной смесью. Тогда вандалы ушли, не доведя преступления до конца. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».